Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Накануне вышла очередная работа с постсоветского пространства на Матхабе, а именно 131 ЗИЛ. Собственно, эту работу выполнили Jervis One и AB, причем изначально эту работу для общака через донат выводил AB, это его ЗИЛ с нуля, но были там некоторые моменты не самые приятные. Тем не менее, в дальнейшем автор не бросил свою работу, дорабатывал, в процессе подключился Jervis One, который в частности смоделил вот такие вот симпотные цистерны. Надо сказать, что ЗИЛ очень и очень похорошел. Очень приятная, друзья, моя работа. Так что, ребят, поздравляем с выходом их модификации на Матхабе. Ну, а мы сейчас, разумеется, устроим ему экспресс-проверку. Немножко посмотрим. Есть у нас здесь бортовик 131, 131B, разумеется, сидельник. Плюс ARS есть с разнообразными вариациями цистерны. Точнее, их наполнение. Что касается характеристик ЗИЛа. Здесь у нас движочек на 150 лошадок. Объем топливного бака 340 литров и 80 км в час. Его максимальная транспортная скорость. Есть вариации кузова на 7 и на 10,5 тысяч литров емкостью. Также есть вариация кузова без борта для того, чтобы грузить всевозможные поддоны и, конечно же, тюки, и также есть ленты фиксации. Кроме того, есть вариация с утеплителем на капоте, также можно выбрать вариант с разнообразным хламом в кабине, там появляются всякие там инструментальные ящики, вот туалетная бумага даже есть, плюс ко всему можно покрасить это добро кабину, защелки на кузове и, собственно, сам кузов. Разумеется, и у других вариаций ЗИЛа те же самые характеристики. Здесь только отмечаем, у Арса у нас тут варианты с цистернами. Здесь у каждого свое тип наполнения и соответствующая декалька на цистерне. Собственно, емкость этой цистерны у нас 2700 литров, а может она перевозить отдельно, как вы видите, огнеопасно, разумеется, топливо, плюс ко всему вариации молоко-вода, ну и, само собой, жидкие удобрения. И также у нас в комплекте идет вот такой вот прицепчик ГКБ для зерновоза, те же самые конфигурации, как и у кузова ЗИЛа, на 7500 литров, на 10 тысяч литров емкости, плюс же вариация опять без левого борта. Сейчас, разумеется, ребятки, на все это добро посмотрим. Что касается кабины, то она оставляет приятное такое впечатление. Собственно, вот они, кстати говоря, эти вариации с инструментами в дизайне, то, что появляется в кабине. Вот когда выходил этот релиз, в релиз ЗИЛ, в первую свою вариацию, у него была несколько замылена приборная панель. Сейчас этой проблемы нет. И вообще, как я уже сказал, ЗИЛ довольно-таки сильно похорошел. Сейчас посмотрим на его рабочее освещение во тьме ночной. Разумеется, этот вариант нас всегда интересует, как это все работает. Пожалуйста, рабочее освещение действительно рабочее в полной мере. Приборная панель, разумеется, ну, конечно же, на любителя, кому как больше нравится. Кому-то нравится, когда полностью вот освещена. Здесь в данном случае стрелки у нас освещены хорошо, а вот цифры когда особо сильно не разглядеть. Но опять же, вариант этот на любителя. Каждому свое нравится. Сейчас, конечно же, посмотрим и на загрязнение с износом. Все это также присутствует у нас, друзья мои. Вот так выглядит симпатично загрязнение. Весьма и весьма приятно испачкан наш ветеран Лихачевский. Вполне себе достойный. Ну и, конечно же, износ также у него есть. Трется он, разумеется, также по уму. Не так, чтобы везде было все поцарапано. Здесь на всяких всевозможных стыках, местах, где действительно трение вот это возможно. Вот оно, пожалуйста, на креплениях, тут всевозможных с прицепом на кузове, непосредственно на кабине, на крыше, на капоте, в общем, на таких мелких стыках, где вот это трение, оно в большей степени заметно, и вот эти всевозможные сколы. В общем, ребятки, на это посмотрели, теперь давайте проверим наш ЗИЛ в деле и сразу же отмечаем такую немаловажную вещь. Как видите, ребятки, он даже в состоянии, скажем так, разгруженным, пустой, он такой тягучий. Вот он так плавненько, задумчиво набирает скорость, задумчиво входит в повороты. Это, конечно, приятно, учитывая, сколько у нас проблем с физикой в игре, когда авторы стараются хоть как-то сдерживать, скажем так, лошадок под капотом техники. Это приятный момент, особенно когда касается нашей техники. Все-таки ЗИЛ-131 это, мягко говоря, не легковой автомобиль и не болит Формула-1, не должен он рвать с места. Поэтому здесь все должно быть более-менее плавненько, и здесь этот момент реализован. Разумеется, то, что касается нашей ходовой части, здесь, понятное дело, все живенько. Сейчас вы сами увидите, как все отрабатывает на неровностях. Вот здесь мы как раз на карте Балдейкина, которая должна скоро выйти уже в общий доступ в обновленном виде. Вот на рельсах проверяем работу нашей подвески. Видите, живая. Здесь все не вызывает вопросов. Вот, пожалуйста, он откочек, ну, не откочек, а от рельса, разумеется, получает необходимый импульс, так что мы прекрасно видим, как все отрабатывает. Ну и сейчас, ребятки, проверим еще два момента. Во-первых, немаловажная такая история, ну, например, я иногда бывает, конечно, пользуюсь
Когда надо очень быстро на огромной карте переместить технику, я ее телепортирую. И иногда с техникой происходит всякая хрень, мотает по полной программе воздух. Сейчас посмотрим, как ведет себя Зил. Спокойно плюхается на место, в каком положении был, в таком и упал на новом месте. Важный момент. Лично, например, для меня. Кроме того, ребята, сейчас проверим разгрузку, куда без этого, чтобы удостовериться, что точно кузова рабочие у нашего Зила. Ну и обращаем внимание, как он тяжеловат стартует загруженный. То есть у него, в принципе, задумчиво, а тут ему еще тяжелее. Поэтому тем, кому нравится вот эта тягучесть наших большегрузов старой школы, разумеется, кайфанете, ребятки, от того, как он это делает все вот задумчиво. Ну и, собственно, конечно же, это возможность не только пострадать вместе с Зилом, но и послушать его, как он работает. Так что это тоже такая приятная мелочь для фанатов именно нашей техники старой школы. Сейчас заедем, разгрузимся. Может разгружаться наш Зил на левый и на правый борт. Вот у нас на левый стоит, так что разгрузим наш кузов на левый борт, чтобы удостовериться, что реально все в полном порядке. И дальше затестим, например, цистерну топливозаправщик. Тоже бывают с ней иногда проблемы на некоторых модах, когда вроде как она есть, но заправить ее получается, мягко говоря, не на любой бензоколонке. Ну а здесь у нас модовая карта с модовой бензоколонкой, поэтому самое то, чтобы проверить, действительно у нас все в порядке с этой цистерной. Так что едем, ребятки, заправляться, ну и будем потом потихонечку завершать свой обзор. В общем, в принципе, его и так уже можно завершать, говоря о том, что ЗИЛ оставляет весьма и весьма приятное впечатление. Да, кому-то может не хватать вот этих возможностей грузовика. Есть вроде кузов, но максимального емкость на 10 тысяч литров. Есть у нас цистерна, но на 2700. Ну тут, ребят, все по реалу, что уж поделать. Поэтому тем, кому нужна производительность, разумеется, эти Зилы не про него. Потому что даже сидельный тягач, отобрать, скажем, кузова и ориентироваться только на сидельный тягач, ему, в принципе, тяжеловато таскать серьезные прицепы. Он задумчивый товарищ, как и вся техника, которая представлена в этом пакете. По факту одна и та же машина. А вот тем, кому нравится именно вот эта размеренность старой школы, кому не важна емкость кузовов, а нужно именно ощущение от техники, вот любители олдскула, все здесь для вас присутствует, разумеется, весь этот самый колорит и атмосфера, поэтому, друзья мои, обязательно качайте и пробуйте, разумеется, ссылочка на скачивание этой модификации в описании к этому видео. Думается, если вот фанат именно вот этой старой школы, то вам, разумеется, эта машина зайдет, действительно, она оставляет очень приятное впечатление. Ну а я же, друзья мои, буду заканчивать свой обзор. В принципе, зачем мне отрывать вас от дела, когда вы можете смело брать это добро и тестировать, разумеется, сами, конечно же, получать определенное удовольствие от этой машины. Конечно, вот в конце обзора, ребят, еще одна маленькая ремарка. Вот если вот прям докапываться до этого Зила, вы сами могли этот заметить момент, но он у многих модов существует, когда коллизия вот такая, что едешь по своей полосе и ботов пугаешься. По остальному, как бы особо не придерешься к этой машине, очень-очень приятное впечатление оставляет. Я, в общем-то, свои слова обратно назад не беру, действительно, так и есть. Так что, други мои, пробуйте, я же буду теперь точно завершать свой обзор, все, что я вам хотел, я показал и рассказал. Дальше дело за вами, думаю, пригодится вам, если вот вам нравится именно в определенном сеттинге вот с такой нашей техникой играть. Я же, друзья мои, как всегда, желаю вам здоровья, всего самого-самого наилучшего вам и вашим семьям. Ну и, конечно же, всем нам, дай бог, мирного чистого неба над головами. Если вдруг что, знаете, где меня искать, ссылочка на мою группу ВКонтакте все так же в описании к этому видео. Я, правда, друзья мои, по-прежнему в отпуске, но, блин, кого я обманываю, все мои отпуска заканчиваются одним и тем же, поэтому, если вдруг что, заглядывайте, я отвечу на ваши вопросы у себя в группе ВКонтакте. Ну а теперь у меня, друзья мои, точно все. Надолго не прощаюсь. Совсем скоро услышимся и увидимся на этом самом месте, на канале Просто Симулятора. Пока-пока.